Как похудеть к лету? Похудеть, задумав к лету, я не слазила с диет. Только вот от муки этой никакого проку нет. Занималась спортом мимо. С треском лопнул и корсаж. Чтобы стать неотразимой, записалась на массаж. Все. Гляжусь в себя отрада. Массажист отменный хлюст. С живота весь жир, как надо, аккуратно втиснул в бюст. Спасибо. А вот мы сейчас вспоминаем, как прошло время с предыдущей нашей встречи, а ведь прошло лето, началась осень, а вот на стыке этих времен проходила такая олимпиада, вот, и как бы наших спортсменов наказывали, в общем-то, ни за что. А я вот так вот подумал, а что, если бы и раньше вот такие вещи вытворяли бы с нами, то есть вот когда бы французы в 1812 году наступали на Россию, и вот потом бы так вот все трещали. А потом я подумал, вот о чем. А ведь много людей, которые уже ушли, наши великие, наша гордость, наше все. И что бы было бы, если бы такие вещи происходили тогда? Такое вот небольшое двустишие. И Пушкин поймал таки пулю в ладони. Не зря няня в кружке давала мельдоний. Спасибо. Ну и поскольку тема лишнего веса была затронута, я и продолжу еще раз про лишний вес. Когда твой вес такой, что нету мочи, то поневоле предаешься аналитике. Что тянет к холодильнику средь ночи? И понимаешь, что, скорее всего, магнитики. Спасибо. Ну и сейчас хотел бы еще такую вещь. Вот Эльшат Гумерович вспоминал, что этот год непростой, он действительно непростой. Были какие-то грустные моменты, а были и вполне такие очень даже неплохие моменты. В частности, вот есть у нашего клуба «Белый ворон» такой собрат по шпаништи, такой стильтамакский рок-клуб имени Шевчука. Дело в том, что его уже 30 лет возглавляет человек, которого знают под кличкой Аксакал. И он здесь. Знает его народ? В этом году Аксакал Сергеевич праздновал 50-летие своего творческого пути. Очень много было им сделано. И в этом же году у него была красивая дата – 77 лет. Вы представляете, чтобы в таком возрасте, с такой энергией, столько всего успевать делать? Хочу прочитать стихотворение. «Две счастливых семерки в раздаче, Аксакалу на руки легло. Две семерки, две цифры удачи, а иначе и быть не могло. Самый главный башкирского рока, юн душой, хоть сейчас вновь женись. Рыцарь чести без тени упрека и эстет, уважающий жизнь. Две семерки, конечно, блестяще. Не дави, Аксакал, тормоза. Пусть судьба из колоды на счастье непременно раздаст до туза». Спасибо.